А, блядь, лужа. Ну, лужа в КД. Что, у вас там фул лужи? Подожди, не в КД, а в этом. Нет, конечно. А кто говорит? Кто про фул спрашивал? Да, я спрошу. Ну, блядь, я не вижу, кто я. Ну, вообще, я типа на холи-пали, но на шамане зайду. Есть место. Сейчас мы просто вони уже добиваем и... Мы мобов бьем, давай. Присумоним тебя потом. О, Лика пал. Неужели ты появился в жизни? Это у нас Федор танка нету, что ли? Кто заберет лагерь? Как делишки, сервагер? Да, ну кто с АФК стоит. Хуя я полетел. О, я еще нашел. Ум, красава. Этот со мной. Мак? Кто? Нет, моб. Фокусните агрессора. Они всегда так откидывали? Да. Лёнь. Что? Сбегайся. Что сбегайся? В сову сбегайся. А я в чем? А ты в сове. Зачем я на трэше тебе? Понял, сбегайся другую сову. Другую же дали сову сбегайся, бля. Поставьте потом. Это что за пал? Не знаю, бля. С гильды? Да. Это который, по-моему, про Вони сидел, втирал. Этот, кому ник кидать? Чего? Ну, мы можем как бы и просто Лёню в совет ставить. Так у нас один слот пустой. Почему один, то два? Да, один сейчас будет, сейчас он подойдет. Ну ладно.
Тогда Леню просто оставляем в сове, еще одного хвала тогда, блядь, берем. 261-й хвал, все-таки 261-й хвал. Типа на 261-й хвал, а второго я согласен. Дайте шкаф, блядь. Ну, у меня хпал, конечно, не 261-й, но 258-й. Дайте шкаф. Пипец ты продажный. Да, я продажный, блядь, я не спорю. На, ставь шкаф. Тыкните. Ну, устроили тут мебельную фабрику. А, еще один поставим. Короче, если падает хило, чешка уходит Лене, и можете хоть что мне, блядь, говорить. Остальное подумаем. Дайте ребаф. А что у нас, по итогу 25 будет или что? Да, я уже вернулся. Так, короче. Подожди, Вань, ты человека запутал. Ему надо заходить на Элеме, а не на Хпале. Я так и не понял, да. Мне Элема или Хпала? Куда? На Элеме у нас, да, два Хпала. Ну тогда все. Это я сейчас нахуй запутал. Дайте инвайт. Ник Заломаныч с большой буквы Z. Здорово всем. Динский язык поставлю. Здорово. Только. Здорово. Я в ЛФГ написал. Почему я не могу ему пати кинуть из-за бред? Я тоже не могу. Вы не можете приглашать дополнительных игроков, пока группа не сформирована. Это, блять, как? Это он бутылку не выпил, сон ренегат. Сейчас. Я выпил бутылку. Блять, не релок. А как бы мы тогда, блять, увидели бы его? Да мы там не плюсики видели, а хуевина всякую. Ну, я вроде выставил ворочий язык. Ебаная скадок, он конфликтует с этим. Я поставил еще раз плюсики, пойди сейчас даже. Игрок с именем Заломаныч не найден, блядь, заебись. Да, все. Пошлите на дракона, дадим ему геру, потом вы, блядь, разбежитесь. Присумайте только. Тыкните, пожалуйста. И да не в шкаф тыкните, блядь. Два шкафа стоят. И пять человек суммонят, блядь. Пошлите на того дракона, отдадим ему геру, блядь, все как по-человечески сделаем, блядь. Ну давайте. ДБМ пул даешь? Ну вы встаньте. ДБМ пул уже... Я не дождался, не стерпел. А нас контов нет, блядь. Да, нам похуй, мы так убьем. Я после миников релогнусь потом, окей? Буквально минуту. Аддоны забагались. Окей. Не, у Нуктаса все равно больше агро, чем у меня. Бля, знаешь, я бы очень был бы удивлен, если бы у 2-5 паладина было бы меньше, чем у тебя. 4-5. Ебай. Чего, ну, блядь? Тогда очень ты даже зарплату нихуёво получил или что? Все равно 90% держу. А взлетка будет? Какие 4-5? Дурак, блядь. Нафига купил? Блять, ебать, реально 4-5. Так, все уважаемые, кто не ДД, ой, блять, кто не хилы и танки, соответственно, танки трупопровод, нокта с лицом в пол, съебитесь нахуй! Потом подбежите. Съебали вы сюда подбегать сразу, как будто, блять, не знаете, что нельзя. Каждый раз одно, блять, и то же. Я первый раз тут. Под дерево иди, Ноктас. Да тут удобнее что-то. Да, ну смотри, когда я под деревом под этим буду. Где Сань? Сань, блин.
Сань? А вон он на таракане сидит. Я просто не, вообще не понимаю, как эти текстуры дерева. Так, ладно. Так, это... Паш, спекнись, танк. Паш, Антфройд, спекнись, танка. Так он на ФК. На ФК стоит. Он в танке в двух смыслах. Блять, заебись. Нормально ему, блядь. Тактас, иди и ты лови, и тебе проще будет удирать, раз ты у нас аж, блядь, в 4-5. А чё, где-то была рыба? Саня пришел. Да, Саня пришел. Антфрой, давай назад. Давай не назад. Спекайся, Антфрой, останься, так, блядь, на всякий случай. Дайте каску по шаману во второй пати. Только ему МП5. Что за гений? МП5 кайф. Спасибо. Да, МП5 вообще заебись. У меня тоже нет МП5. Кто-то очень добрый был. Вань, сколько пали пауэров? А можно нормальную каску дать, а не 8%? У меня не включен. У меня вообще ни один дабдон, блядь, после вчерашней кары ХМ не включен. Полипауэр, сколько полипауэр. Огнест... Только у огнестойкого полипауэр. Блять, да мне похуй, сколько у вас полипауэров, блять. Танчите босса, уже испустите его. Чё мы стоим-то, блять? Из одной ебаной каски? Нахуй вам сейчас-то каска уперлась. Беги вниз, Тактас. Прыгай вниз. Тактас, вниз его спусти, пожалуйста. Его вообще на маунте можно. Подбежал, сагрил вниз, прибежал сюда. Да, вот умные вещи те люди говорят, не подвигайте пока чуть-чуть. А, у меня же ДБМ нет, блядь, точно нихуя не вижу, блядь, надо же в босса тыкнуть. Я от клинков продвигаю. А ты думаешь, ему в 4-5 вообще есть смысл от кого-то, от чего-то, блядь, убегать? Да хуй его знает, но может. А его... Бить? У него пол-ебала отлетело. Можете бить, да. Сань, я следующего заберу. У кого два дебафа, убегите, ДДшники. Иринжу. Иринжу. Иринжу, блядь. Смотри, вот у него 82 стака, он вообще нахуй не ощущает, что на нем 82 стака, блядь. Не, хотя не ощущает. А, блядь. Вот так вот надо сделать. Уважаемые паладины, не прибите мне там ДК. ДДшники, можете вообще в любого из них играть, как бы, блять, они имеют одинаковые ХП. У меня просьба, вы можете не бегать, стоять на месте, я, блять, заебался менять рейнджу. Лика пал. Не прибить, пожалуйста, не ДК. РДДшники, лучше вправо играть, я на него дебаф вешаю. А, или решили, что он... Да, я с тебя срываю его, блин. Сорвал. Ты там не забыл поменять ничего? Не, я ничего не менял. Все жму. Странно, блять. Не должно было. Ну, просто я бы еще понял, если бы с тебя арм сорвал, но сова... Да хуй, не знаю, у меня 4 стакана мои висит. Лёнь, забегай. Пошли вперед, Саня, танчишь. Чё, как обычно? Всё, как обычно. Подымаемся быстрее, подымаемся. И забегаем. Скоро с коридорками, блядь, начну говорить, блядь. Можешь по АФК шить, если хочешь. А кто танчит босса? Саня танчит босса, потому что ему похуй на фир. А где он? Вон, ну, Саня там стоит. Понял, значит, не Саня танчит босса. Я взял босса. Короче, понятно, на, держи минус фир. После это меня отдает Лисок. С двух сторон надо, чтобы собирал мобов. После меня, значит, ему антифир отдает Лисок, потом дерзкая Кири, если, блядь, до такой хуй не дойдет. Я думаю, не дойдет. Надо, Мактас. Мактас с двух сторон достает. Кому? Трупопроводу, МТ. Мобов, главное, с двух сторон, что надо, чтобы Ноктас забрал.
Нокта, с левой стороны мобы забери, пожалуйста. С рейда их нахуй. Ну, два моба стоит, кинь ты мне щит. Спасибо. Так они же кастуют, пока не докастуют, ну, не добегут. Да, ну да, логично. Логично. Ну дай ты ебаться, что ты? Блять, ну я кому сказал кинуть трупопроводу? Трупопровода кинули, а не на него. Скилл, блять, у меня макрос стоит на антифере. Держи, а там уже не будет пухи. Все к двери. Не знаю, зачем вы пышки вообще, в принципе, что-то говорим, что делать. Я релогнусь, дайте время. Да, да, релогайся, все равно у нас тут пока... Ой, смотрите, сейчас Саню ёбнут. Один в АФК. Угу. Сейчас я посмотрим, как Саня умрет. Это с места сдвинется. Он стоит, видишь, на этом посту. Че у нас? А, он так не агрится, ни хрена себе. Почему у половины людей нету настоев? Меня не садить, я уже нажал. Я так сейчас пить буду. Нахуй надо там на этих мини-боссов тратиться. А кто-то ее спрашивал. А кто-то ее должен был давать? Охуенный вопрос. Знаешь, я бы тебе за такие вопросы в принципе больше бы ничего не давал. Никогда. Я вообще не понимаю, о чем вы. Боежки в ГБ уходят чисто по приколу, да. Че, поделится кто-то ЛКшной баночкой на СПД? Кому на П надо фласки? Сейчас я все раздам. У меня 5 штук есть просто. Да, МП. Поставьте шкаф. Там куплю себе. Что нужно дать? Погоди, давай я тебе дам. Что тебе дать? Я тебе дам. Ну, кому? Зади. Лёня? Да я сам куплю. Да хуя. Деньги есть, сам куплю. Гениальный подход. Ладно. Ночью. Для, а где, где Саня? Просто вопрос. Кому что нужно, обмен огнестойкому, только сразу пишите в ПМ, что нужно, чтобы я не угадывал. Из масел, настоев, всякой хуйни. Смотрите, его даже Хрион не отпить был, охренеть. Понятно, у нас есть адепт, а нет, Хриона. Это не тот. У кого можно попросить СПД-шную баночку на... Сань, спекте, пожалуйста, в ДД. Кинь обмен, лови койл, тебе дам банку СПД. Четвертая пати, третий. Сука. Короче, по пати. По пати все хуево, миликов нет нихуя. Поэтому первое, второе пати идет. Соответственно, остаются во тьме. У руты первая пати. Третья, четвертая пати уходит в свет, бля. Хилы. Так, ладно, давайте проверим, как у нас башка работает. У... Ром, мы с тобой вдвоем. Тьму. Они втроем свет. Заломаныч, когда дойдем, тогда Геру сразу, чтобы мы его перевели, и потом, блядь, порнуха будет. Я просто знаю, как это работает. Пран... Давайте готовность. Просто прануйся. Да. Я скажу. Сань, ну чё? Ну чё? Чё? Касочку хочет. Блядь, уважаемый протопал. Давай я больше в жизни не увижу вот этот вот, вот это вот, блядь, у себя в рейд-чате. Можно? Давай ты полипауэр скачаешь, посмотришь, что у тебя с ним не так, и будешь просто с ним играть. Хорошо? Зачем решать проблемы? Да-да, уйдите нафиг оттуда все.
Приходите в квадрат. Ноктат, станьте тут, и во тьму, соответственно, АДГДК, блядь. Хрен пойми, кто там. Так Полипар только огнестойкого. Блядь, ну, что могу сказать. Пиздец. Гагапал, ты хилишь свет. Если вдруг что-то случится, мы позовем. Забери. Эй. А что он сразу? Поехали. Потому что... А может кто-нибудь что-нибудь поанонсит? Я потому что нихуя не вижу. Я ничего не включил. Пока это ничего, скоро будет. Гамабунту выбежи, выбеги, гамабунту убегай, перебежай. Куда? Я первый раз вообще здесь. А, ну вот, блядь, можно было написать. Ладно. Я говорил, но я никто не слышал. Ладно, короче, когда тебе говорят выбеги, начинают бежать к стенке. Там среди спалят, лужа разливается, ты выбегаешь из нее после этого. Когда говорят перебегать, надо перебежать с этой стороны на другую сторону босса. Что-то сейчас вторая фаза будет, да, уже? Скажешь, ты зашел? Да, заходите. Да, давай. Переведем его быстрее, меньше проблем будет. Форвин выбежал. Угу. Ебать, ты что? У меня что-то, короче, не то. Сейчас рейд положит. Да-да-да. У меня, короче, ДБМ сбился. У меня лезвия запустились 4-5 секунд до этого. Да все, можно ложиться. Мне надо релогнуться. Ну, шарик-то видно. У меня, ну, шарик-то я вижу, у меня ДБМ показывал, что сейчас будет. Типа лезвие мне показало намного раньше. Ты, да, но блядь, я и буду, ну, шарик был перед тобой, потом ты, ну, да, начал забегать, ну, за спину шарика пропускать. Но если уже шарик, если был, я там, не знаю, в какой момент не было лезвия, все равно я могу просто вставлять на него. Вставать, не? Вот тот, кто заорал от, да, дыхания, можно так не делать больше? Да, мне, кстати, интересно, кто вообще это, блядь, был. Берешь, мутишь микрофон и во время пула не разговариваешь. Так, что-то важное. Короче, я открыл Дискорд на втором экране. Кто будет пиздеть не по делу во время рейда, мут до конца рейда, не обижайтесь. Пока мы не бьем, Дживс, ребят, подскажите, что делать. Дживса поставить. Да, если есть. Сейчас. Да вот на маму я стою справа. Смотри, давай быстренько объясню, что делать. В свету падает метеор, обычно туда, где стоит вся куча народу. Нужно перебежать будет от, ну, на другую сторону от босса. Иногда кидается дебаф с меткой, нужно выбежать из рейда в сторону круга, края круга, типа в сторону стены, из тебя сдиспелят. И ты разольешь под собой лужу после диспела, и потом можешь возвращаться назад. В тьме то же самое, тоже... А? Лужа сама разольется? С тебя сдиспелят дебаф, и он из-за этого разольется лучше. Ну, тебе крикнут, что ты, или ты увидишь, что на тебя дебаф висит, нужно выбежать, там стрелочка над головой появится. В общем, выбежишь, ребята сами диспелят, разольешь лужу. В тьме тоже появляются такие метки, тоже нужно лужу будет разливать. В принципе, ничего там особенного в тьме не происходит, нужно будет немножко двигаться вместе с рейдом, чтобы не попасть под вот эти лезвия. Ну, такая огромная молния между двумя концами, которая сейчас всех убила. Ну и все, потом из тьмы надо будет третий и четвертый пати, я так понимаю, ты с нами в третий, да? Да, нам надо будет опять назад выйти в свет, и будет то же самое, что и на первой фазе, будем добивать босса мы в свету, а милики в это время в тьме будут его бить, то есть, ну, то, типа, одновременно бьем босса в двух разных реальностях. Ну и все. Как бы ничего сложного, по сути. Еще раз увидишь и поймешь все. Буду стараться. Да, главное, лужу не разлей под рейд. Да, по сути, главное. Ломаныч. Тогда ты вайпнешь рейд. Все остальное ты не вайпнешь, а сам умрешь. Рыба была.
была. Наверху стоит еще. Он до сих пор. Вот у нас стоит. Уважаемый Лем, все готовы. Все, сорян. Учение. Ну, с касками, конечно, я прям... О, Аризальда в муте. Чё? Да, он Лёня мут себе словил. Не знаю, не вижу. А, чё про ты? Это. Я за 10 минут вижу сомнительное содержание. Руну касок. Здорово, Вань, не дам. Мэрил долбоёб, блядь. Побывает. Если танки не льют лужу, лучше ничего не делать. Тролозавр выбежал. Перебежали. Сразу диспетти с ним, чтобы он по-человечески бегал, блядь. Ну, это, кстати, было минус полурейда, если сейчас сообщаю, блядь. Да вроде минус 5 насчитал только. Сбежал. Можно заходить. Угу. Вигеру давай. Айзенберг, выбеги. Рано здесь поверили. Лезвие 9. Да я сам поспорил. Вращайся. Под правой, под задней ногой все стойте. Бля, какой же чил, одно лезвие здесь, ёбаный рот. Меньше флота, пожалуйста, спасибо. Весик убежал. Че по фазе? По фазе. Третья. Третья, четвертая выходить. Ноктасы хильте. Чего у него там сибалом случилось? Тьма стопните. Чуть-чуть. РДДшники поаночите. Анфрой выбежал. На двух хилов здесь сложил. Я понял. Настало твое время, Ром, я пошел хилить свет. Узбек сальву по огнестойкам. Анфроид, ты будешь выбегать? Че там у вас, прокляли хилов? Не, я... Че, падаем или че? Ну, пизда. С ушами. Можно я уточню просто один момент? Так, как у меня два холипал умерло в свету? Отдыхание, а их не было в свету, они вместе с вами зашли на второй сайт. Нет. Потом они вышли и под бошку этого залезли. Уважаемые хилы, я просто обычно не знаю, что такое надо говорить, но вот хилы, которые остаются в свету, они... Остаются святой, они не переходят. Хуя, как ты выжил там без хилов? У меня ревностный сработал, и 50 на 50, потом клык. А зачем тебе два холипала во тьме? Мне не надо два холипала во тьме, и они в свято остаются. Я иду во тьму только с одним холипрестом, я это сразу сказал. Ну вот они, видимо, что-то не услышали и зашли вдвоем во тьму. Может, просто не знают, что делать. Холипал, вы вообще к порталу не юзаете. Вы все время, у вас все время одна фаза. Так они оба пусть остаются, они нам на второй фазе там зачем? Ой, чекни ПМ. Без тасо, зайди, пожалуйста.
мы это захилим и вдвоем там. Анонсите каждый шаг. Ну заебись. Мне ж делать-то нехуй. Элементарную хуйню анонсить, блядь. Ну все, сказали, сейчас не дойдут. Будет лучше. И по меткам тоже, как, когда вы ходите, босс-то стоит в крест лицом все время. Если там переведет, он заанонсит, что хвостом в крест стоит. Вы когда в портал выходите, там же во тьме тоже эти метки есть. Посмотрите, чтобы под лицо не выйти дракону. Какой нахуй хрен, блядь. Заиндедите его. Все, сбежали в квадрат. Да, уже не смешно, нахуй. Сань, знаешь, я обычно привык, что танки что-то льют, блядь, что-то делают, чтобы с них ДЦ присты не рвали, блядь, агро. Понимаешь, да, вот как бы. Мне же по приколу, ебать. А ты чё, разорвал, что ли? Так да, как он меня ёбнул-то, блядь? Оман установи, получается. Перебежали. Серёга умер. Нет. Ну, вообще, да. Как так? Это ну, в Хэмке умер. Воображение. В Хэмке ты умер. Заходи. Зашел? Заходите. Заходим. Геру. Сейчас понятно, она пойдет. Лезвие. Чуть-чуть назад повернитесь. По заднюю. За Ломаночью бежу. Блять. Чё ж вы так рано диспелите, пиздец? Дайте их до стены выбежать. Роба, нажми гимн ХП. Раздвоение сумерек. Гагапал, блин. Сейчас лезвие будет аккуратно. Куда вы под лицо бежите? А ты поворачивать его не пробовал. Так я ж под лезвие кручу его. Куда его повернуть? Я поверну, то лезвие заебашит вас. Рома, зачем ты вышел? Ты стоишь в тьме. А, портал понял. Портал под лицом, и люди побежали под лицо зачем-то. Там же другой портал есть. Вы очень как-то рано метки диспелите, я ничего не понимаю. Не хильте, мы же сдохнем. Подморд, просто зайдите, умрите от дыхания. Уходите. Во тьму палы зашли. Пали. Они сверху падают. Ладно, мемчики закончились. Что я не понял, меня вообще хрен знает, где выкинул деревня призрачной луны. Нажми просто вернуться. Вернуться на кладбище и все. Блять, ну повайните еще больше в рейд-чат. Че вы, блять? Вы же сами все охуенно делаете, да? Вы, блять, не слакаете. Урон даете, как боженьки, блять. И все остальное. Да. Вижу я, блядь, ваши топ-30.
Красочку бы. О, вот есть. Ну, пока еще не особо появляется, только начинаешь, что ли. Каску можно тоже по локам дать? Разбаф. По приставную, что у нас же как бы минимум есть еще один паладин. Встаньте в квадрат. Фрейм у босса большой, можете сделать шаг назад. Лисок выбежал. Метеорит перебежали. Заходите. Узбек выбежал. Узбек выбеги. Freedom сюда и выбеги. Не надо тут freedom. Верти. Да не, на следующее. 3 секунды. К задней лапе подходите, к задней. Нихуя себе. Блядь. Дэн, ну ты чё? Какого хуя, да, блядь, меня здесь добывало. Да надо было вертеть, Дэн. Да, всегда же на второй. Да, слишком мало секунд остается, чтобы ну, куда-то или перебежали, или что-то ждать. Все оказываются уже в другом месте. Ребята, а можно на ДБМ не смотреть? Или никто не знает тактик тут? Ну по факту, блядь. Как мне не смотреть на ДБМ, если я не знаю, когда она начнется, блядь? Я могу весь бой туда просто крутить за этими шариками. Весь бой будет. Подкручивай ходить. Весь бой, блядь, похуй. Просто в ответственный момент, когда надо крутить, ты ее так резко крутишь, что приходится постоянно перебегать. Ну, а так я буду весь бой крутить, получается. Я не... Ну и чё, ты хотя бы ее по чуть-чуть будешь подкручивать. Не буду ее по чуть-чуть, они быстро бегают, я ее быстро буду крутить. Как они летят, так я и буду крутить. Ну и крути. Ну, блядь, хорошо. Смотрите, а есть у кого-нибудь дживс, я извиняюсь? Есть. Держите, пожалуйста. Просто раньше ДБМ чётенько работал, там, секунда в секунду показал, сейчас хуйня какая-то. Ну, я тебе сказал уже который раз, когда подкручивать, сейчас сказал. Да вот, Уруру, слушай, у нас не просто так в пати первым находится. Да ладно, но это уже не смешно, давайте его убьем, блядь, пожалуйста. Ну просто как-то, блядь, огнестойкий вылетел. У меня крит. Я быстро перезаряду. Просто это что-то из разряда к тракте, блядь, на прошлой неделе сейчас происходит. Прикинь, он сейчас что будет происходить. Я здесь. Инвидите. Ну, инвидите, пожалуйста, блядь. Ну, у меня 30 метров, я заебаю сюда забегать, блядь. Сложно же, блядь, да? Thank you.
перебежали. Заходите. Лицом в пол. Лезвие 5 секунд. Лезвие. Назад чуть-чуть надо. Не надо, вот оно через нас прошло. Все, отошли под заднюю лапу. Дерзкая выбежала. Старайся, как в ХМ, держать в одну четвертую. Третья. Ликопал. Вон там, сюда. Контроль выбежал. Тьма стопнули. Не крути обратно. Тьма стопнули. Да, тьма стопните. Узбек выбежал. Узбек выносил. Начинаем бить тьма. Лицом в пол. Прибежали РДД. Хуй пизда, сковорода. Молодцы. А я пизда, тачу. Какой же лук, да? Ну, шейд, пизда-то. Шея, да, мада. Давайте фастиком, блядь. Что делать? Рольте. И сейчас это гайдем. Просто зачем ролить что-то? Страшно, кто-то дайте. Блять, я не буду отдавать шейер палу, поэтому, блять, это тупизм. Это бред, блять. Я РПБ зачем отпалу? Так вот я про то и говорю. Что я не буду отдавать эту, блядь, на полу.